На сегодняшний момент первый борт, я думаю, что это не последний борт, он грузится изделиями медназначения. Это 4,5 тонны антибиотиков, которые наиболее востребованы для лечения осложнения вирусной инфекции. Это более 10 тонн дезинфицирующих средств различного применения, предназначенных как для экстренной дезинфекции, дезинфекции изделий медназначения рук. Это защитное средство для медперсонала, перчатки, маски, одноразовая одежда. Средства обеззараживания воздуха. Этот груз формировался в соответствии с запросами китайской стороны. Я хочу еще раз подчеркнуть, что никто не сомневается в способности китайской стороны контролировать ситуацию. Но надо опять же понимать, что на сегодняшний момент все ресурсы сконцентрированы в районах с наиболее неблагоприятной эпидемиологической обстановкой. Периодически в рамках, в разных регионах, в том числе и на фоне панических настроений, возникает какой-то ажиотажный спрос, который надо оперативно удовлетворять. И поэтому любая помощь, которая, резервы, которые имеются в распоряжении Китайского министерства здравоохранения, они будут востребованы. Все изделия – это изделия собственного производства, это производство белорусской медицинской промышленности, потому что некоторые горячие головы заявляют, что мы занимаем реэкспортом китайских же товаров обратно. Нет, это производство наше, которое на сегодняшний момент грузится напрямую с заводов белорусских. Вы видите, что на сегодняшний момент фуры идут фактически со всей территории республики для загрузки данного борта. Общий вес – это 20 тонн. Надо понимать, что на сегодняшний момент вирус достаточно не изучен. У наших специалистов есть очень большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, борьбы с особо опасными инфекциями. И мы на сегодняшний момент согласовываем вопрос для того, чтобы обменяться мнениями, определить наиболее эффективные меры профилактики и лечения осложнения этой инфекции.